Одели в меха. В Энгельсе прошел очередной розыгрыш призов от дома моды «Ласка». В этот раз организаторы вручили покровчанам сразу два главных приза – мужскую куртку и шубу из песца. Подробности меховой лотереи в нашем материале. Варежки, головные уборы и, конечно же, шуба. Их счастливыми обладателями в эти выходные стали более 50 человек. Дом моды «Ласка» заботится о своих клиентах и дарит им все это абсолютно бесплатно. Открылся розыгрыш призов в меховом дефиле. Громче, громче, громче! Не дадим замерзнуть никому сегодня на нашем празднике! На количество участников розыгрыша не повлиял даже сильный снегопад. В этот раз ценных призов было несколько. Один мужской, другой женский. Валерий Алексеевич стал обладателем куртки, а Галина Александровна уехала домой в новой шубе. Женщина признается, с утра настраивала себя на удачу. Мечтать надо, чтобы было. Призы были, выигрыши были. Впервые в жизни что-то такое большое и важное, ну вот как вот шубу выиграл, поэтому... Сразу оно даже не поверило. Дом моды «Ласка» уже более 20 лет изготавливает шубы и шапки из натурального меха, выращенного на собственном зверохозяйстве. Гарантия на любое изделие – 2 года. По словам организаторов, стать участником акции от модного дома «Ласка» довольно просто. Для наших клиентов мы постоянно придумываем какие-то бонусы, подарки, какие-то поощрительные акции. То есть сейчас у нас действует акция на бесплатную химчистку при покупке наших вещей. Другая акция у нас действует сейчас. Мы даем бесплатные коктейли или бесплатные чашки кофе в нашем кафе. А сейчас у нас общая акция на всех магазинах. Это скидки до 40% на весь наш ассортимент. Вот такая вот новогодняя распродажа. Этот предновогодний розыгрыш не последний. Теперь хозяина новой шубы будут искать в Саратове. И уже в субботу, 20 декабря, станут известны новые имена счастливых обладателей изделий от модного дома «Ласка». Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.